Итак, продолжаем смотреть. Вау, Walter Messick Лига, Америка. И сейчас уже выходят новые участники. Первый участник это Нельсон. И The Grippler. Grippler. Ну, посмотрим, тяжи, что нам покажут. Вообще не знаю, кого они набрали. С подворотни вот этого алкаша набрали, приодели. Вот хочется видеть Ларата, вот Вал был прошлые годы, просто суперски, просто интересно. Сейчас уже нету. Ну, Ларат просто готовится к Пал, походу. Итак, оп. Быстро так начинается борьба. А, Нельсон, я помню Нельсона, он где-то светился тоже. Так, такие жесткие крюки, два крюковика. Что, победа, победа. Но это, смотрите, этот чувак намного больше весит этого Нельсона. Ну ладно, тут абсолютка, в принципе, допустим, что нормально. Да, конечно, европейский, конечно, вот поинтереснее, потому что мне кажется, вот когда все-таки распиарен, и когда ты знаешь, что вот этот европейский, например, тот же Пушкарь, там, он валил таких знаменитых, и ты можешь как-то сравнивать силы. Но вот когда вот выходят вот такие чувачки, которые ты не знаешь, что они, кого они побеждали. Ну, как-то смотришь на них, ну, просто вот как на любого кого-то с подворотни взяли. Не знаю, как-то в прошлые годы там что-то они знакомили спортсмена, как кого он побеждал, как он живет, как он тренируется, все это показывали, как бы это было более интересно. То есть погружение в персонаж, а без этого погружения это совсем не интересно. Грипплер. The Grippler. Ян Карнеги. 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 Том Нельсон. Ну, Том Нельсон что-то знакомое. Хотя вот кто из вас и европейских армрестлеров знаком? Ну вот, посмотрите, будем узнавать америкосов. Мне вот интересно именно их правила, вот это интересно, как они выставляются. Закрыли, подкрутили. Что за судья это? Вот что за судья? И он, судья, полностью уверен, что он что-то правильно судит. Так, хорошо держит. Быстро. Просто, блин, быстрый старт такой. На, поддержал чуть-чуть. На, старт. Вот. Все, тут можно вообще просто в наглую. Я думаю, я вот думал, что все-таки в Америке получше судят, но мне это не нравится, вот это судейство. Ой, Нельсон подходит, что ты делаешь? Поднимает руку, да, типа, покажите борьбу красивую, запал. Реально, не хватает красивой борьбы. Вот они популяризируют этот вид спорта. Либо вот это 2018 год, вот эти соревнования как-то просто неинтересные. Не, ну это все-таки связано с самими спортсменами. А этот уже шапку снял. Уже за два поединка, там, пару секунд. Смотрите, ну разница. Все? Все? Все?
Не. Ну что, что-то решают там. Так что, что? Еще не решили. Нормальные. Мне кажется, сейчас дадут перебороться. Что-то долго они решают. А, ну, уже ведущий подошел. А это типа зовет. Иди назад. Ну давай, давай. Я покажу еще. Так, ну что, давайте посмотрим. А, ну не дотянул. Ну вот, если так смотреть, вроде не дотянул. Ну, отдадут сейчас победу. Слушайте, ну реально, совсем не то. Так, если бы я знал, там же им бабло какое-то дают. Ну, нас ждет Майкл Тодд впереди, он с кем-то будет бороться, опять с каким-то таким некрепким, вроде как. Но будет интересно. Ну, будет. О, блин, ну эти америкосы, ну все жирные просто. Питается Макдональдса. Это мой сын, он живет, как и я, тоже будет армрестлером. Я люблю его. А, нет, это не сын, это моя жена, извините, мы толерантные, это мы гей. Вот так, знакомьтесь, моя женушка. А почему вот не берут у проигравших? Было бы интересно послушать проигравших. Вот я бы Кобру послушал. Это уже объясняет, что было. Это вот для... Вот это хорошо, вот, что они объясняют. Вот люди, которые смотрят, они просто понимают, как, что... Что тут объяснять? Тут борьба некрасивая была. Короче, проходим следующее видео. Смотрим, ждем поединка Майкла Тодда.